Итоги деятельности за год подвели и в Общественном совете Симферополя. 24 председателя постоянных комиссий отчитались о проделанной работе, охватили целый комплекс вопросов. Проблемы ЖКХ, благоустройство города, общественный порядок, уборка парковых территорий. В совете поблагодарили администрацию города за сотрудничество и наметили план развития на 2016 год. В перечень входит озеленение крымской столицы, понижение уровня преступности, решение по вопросам ЖКХ, в частности, замене лифтов. Что касается уходящего года, результатами в целом довольны. Очень неплохо общественный совет поработал вместе с администрацией города, с депутатским корпусом. Это по вопросу летнего оздоровления детишек. Волновал вопрос, конечно, парк имени Гагарина. Вы знаете, как там парк превратился непонятно во что. Сегодня спасибо администрации города, совместными усилиями его приводим в порядок. Более 400 объектов было убрано из города, то есть тех, которые незаконно были поставлены, те, кто торговал незаконно алкоголем, табаком. Был ликвидирован рынок на улице Козлова, стихийный рынок.